Компания BMW представила восьмое поколение седана пятой серии, получившее индекс G60. Он заметно отличается от предшественника, умеет перестраиваться по взгляду в зеркало, а в гамме версий появились гибриды зарядки от сети, а также электрическая i5, которая способна разгоняться до сотни за 3,8 секунды. Но это, конечно же, далеко не все изменения, которые получила новинка. В этом видео я расскажу вам все детали и подробности о новой BMW 5 серии семейства G60. Дизайн новой BMW 5 серии обошелся без радикальных изменений, таких как у новой семерки или XM. Силуэт кузова сохранил классические пропорции. Как заявил главный дизайнер концерна Дамака Дюкич, это не реакция на возмущение фанатов, а шаг в сторону целевой аудитории седана, которая предпочитает более консервативный подход. Новая пятерка все же получила более массивную решетку радиатора и необычные бамперы. А фары получили современную интерпретацию ангельских глазок в виде сдвоенных стрелок, которые также отвечают за сигналы поворота. Внешне обычные бензиновые и электрические BMW 5 серии почти ничем не отличаются, а за доплату обоим вариантам положена подсветка ноздрей. Черные боковые юбки, скрытые дверные ручки и цифра 5 в основании и на задней стойке также привлекают внимание. Динамично вытянутые пропорции переходят в мощную заднюю часть. Она отличается плоскими фонарями, разделенной хромированной полосой. Как и прежде, предложены пакеты M-Sport и M-Sport Package Pro с более агрессивным дизайном бамперов. Штатная пятерка оснащается адаптивными светодиодными фарами, рулевым механизмом с переменным передаточным отношением и колесами диаметром 18 или 19 дюймов. В списке опций заниженная спортивная подвеска, адаптивные амортизаторы, они в базе у BMW i5 M60 X-Drive и система подавления гринов. Платформа Clar имеет двойные поперечные рычаги спереди, сзади пятирычажка. Базовое шасси с пассивными амортизаторами. За доплату предлагается адаптивная подвеска или заниженное шасси M-Sport, адаптивный рулевой механизм, активный стабилизатор поперечной устойчивости, работающий от 48-вольтовой электросети и полноуправляемое шасси. По сравнению с предыдущей моделью, новая версия увеличилась в длину на 97 мм, ширину на 32 мм и высоту на 36 мм, а колесная база растянулась на 20 мм. При этом объем багажника стал меньше. Если у прежнего седана было 530 литров, то теперь он составляет 520 литров у машин с двигателем внутреннего сгорания и 490 литров у электрических iPad'ов. Объем топливного бака тоже сокращен – 68 до 60 литров. Базовый дорожный просвет составляет 154 мм вместо 144 мм у прежней модели. Интерьер седана пятой серии повторяет старшую семерку с минимальным количеством кнопок и рукояток. Изогнутая панель без козырька включает в себя приборный экран диагональю 12,3 дюйма и мультимедийный тачскрин на 14,9 дюйма. Сенсорные клавиши на руле и под экраном снабжены виброотдачей. Управление климат-контролем интегрировано в медиасистему, а для регулировки дефлекторов вентиляции установлены отдельные джойстики в нижней части передней панели. Медиасистема имеет новую оболочку BMW OS 8.5 с переделанной структурой меню и воспроизведением потокового видео. А среди приложений появились игры. Водители и пассажиры могут играть в них, чтобы коротать время ожидания зарядки батареи. Стандартная комплектация BMW 5 серии оснащается двумя антеннами 5G. Персональные SIM полностью интегрируют автомобиль в цифровую экосистему клиента, позволяя автоматически оплачивать парковку из автомобиля. Также клиенты могут бесплатно тестировать выбранные функции в течение одного месяца, а затем бронировать их на определенный срок. Цифровой ключ теперь доступен для смартфонов с операционными системами iOS или Android, а также для Apple Watch. За доплату предложен интерактивный бар. Это световая полоса с сенсорными вставками, которая простирается во всю ширину передней панели и заходит на дверь. Спортивные кресла отныне прерогативы базовой версии, а за комфортное сиденье нужно доплачивать отдельно. Базовый интерьер имеет полностью синтетическую отделку, кожа является опцией. Также предложен сдвижной люк или сплошная стеклянная панель почти во всю крышу. Опционально для задних пассажиров доступен четырехзонный климат-контроль, подогрев сидений и крепление для планшетов на спинках передних сидений.
В Европе BMW 5 серии появится с двумя двухлитровыми четверками, с 8-ступенчатым автоматом, дополненный 48-вольтовым стартер-генератором, который работает от отдельного аккумулятора в багажнике. Открывает гамму BMW 520i с задним приводом и двухлитровой турбо-четверкой мощностью 190 лошадиных сил и 310 ньютон-метров крутящего момента. С учетом электродовеска отдача составляет 208 лошадиных сил и 330 ньютон-метров. Такая версия весит 1725 кг и разгоняется до сотни за 7,5 секунды, а максимальная скорость 230 км в час. А остальные бензиновые версии предназначены для экспорта. В Европе они не продаются. Это BMW 530i с двухлитровой турбочетверкой, 258 лошадиных сил и 400 ньютон-метров, с задним или полным приводом. А также BMW 540i X-Drive с базовым полным приводом и рядной турбошестеркой объемом 3 литра. С учетом стартер-генератора она выдает 381 лошадиную силу и 540 ньютон-метров. Дизельная версия только одна – BMW 520D. Это двухлитровый четырехцилиндровый мотор отдачей 197 лошадиных сил и 400 ньютон-метров крутящего момента. На выбор есть задний или полный привод. Время разгона до сотни – 7,3 секунды. К 2024 году появятся шестицилиндровые дизели и полноценные подзаряжаемые гибриды. Они выйдут на рынок весной. Это заднеприводные BMW 530i с двухлитровым бензиновым мотором. Пиковая отдача системы 299 лошадиных сил и 450 ньютон-метров. И полноприводный BMW 550i X-Drive с трехлитровым двигателем. 489 лошадиных сил и 700 ньютон-метров крутящего момента. Электрическая BMW i5 выйдет в двух версиях. Начальная BMW i5 e-Drive 40, снаряженная массой 2130 кг, имеет задний привод и один электромотор с пиковой отдачей в 340 лошадиных сил и 430 ньютон-метров крутящего момента. Но эти показатели доступны кратковременно при активации режима Sport Boost и Launch Control. Такой седан разгоняется до сотни за 6 секунд, а максимальная скорость составляет 193 км в час. Полноприводный BMW i5 M60 X-Drive оснащается двумя электромоторами. Передний выдает 261 лошадиную силу и 365 ньютон-метров, а задний 340 лошадиных сил и 430 ньютон-метров. Максимальная отдача системы 601 лошадиные силы и 820 ньютон-метров крутящего момента. Седан, снаряженный массой 2305 кг, набирает сотню за 3,8 секунды. Максимальная скорость тоже ограничена, но уже на отметке в 230 км в час. Оба варианта BMW i5 имеют одинаковую тяговую батарею емкостью 82 кВт-часа. Она оснащена развитой системой терморегуляции с тепловым насосом и рабочим напряжением в 400 вольт. Паспортная дальность хода у заднеприводного седана 497 км по циклу WLTP, а у версии M60 X-Drive 455 км. Эти показатели можно увеличить на четверть, активировав режим Max Range, который ограничивает мощность моторов и отключает лишние энергопотребители. Базовое однофазное зарядное устройство переменного тока мощностью 7,4 кВт. Для США и Японии 11 кВт. Опционально предложен трехфазный зарядник на 22 кВт. Высоковольтную батарею можно заряжать постоянным током мощностью до 205 кВт. С помощью такой станции уровень заряда аккумулятора можно поднять с 10 до 80% примерно за 30 минут. Также предложена функция, с которой машина запоминает все необходимые данные нескольких зарядных станций, чтобы хозяину не приходилось возиться с онлайн-приложением или картой доступа. Расширенный набор систем автоматического вождения и парковки доступен в стандартной комплектации, а в дополнение к адаптивному круиз-контролю предложен квазиавтопилот с функциями удержания в полосе и автоматического возобновления движения после остановки. Для рынка Германии, США и Канады доступен ассистент, позволяющий снимать руки с руля на скорости до 130 км в час на автомагистралях с раздельными полосами движения. Но электроника все же следит, чтобы взгляд водителя был направлен на дорогу. Еще появился ассистент смены полосы движения с визуальным подтверждением. Взглядом в соответствующее зеркало заднего вида впервые можно активировать перестроение в другую полосу или обгон. Новый седан 5 серии в стандартной комплектации оснащен системой помощи при парковке, включая систему помощи при движении задним ходом. С опциональным помощником автопарковщик может запомнить и воспроизвести до 200 метров пройденного пути. Выпуск новой пятерки наладят на заводе в Германии. Продажи начнутся в октябре. Цены в Германии начинаются с 57 550 евро, электрический BMW i5 стоит минимум 70 200 евро, а топ-версия i5 M60 X-Drive 99 500 евро.
В начале 2024 года появится длиннобазный седан для Китая, а весной выйдет универсал G61, который также получит электрическую версию – BMW i5 Touring. Как вы считаете, новая BMW 5 серии получилась интереснее главного конкурента Mercedes E-класса? На канале уже есть подробный обзор на новый E-класс, ссылку я оставлю в правом верхнем углу и в конце этого видео. А если вы любите и интересуетесь автомобилями, то обязательно загляните в мой телеграм-канал, где каждый день выходят актуальные автомобильные новости. Ссылка будет в описании под видео и закрепленном комментарии. Переходите и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.